с вами с классическими жирами. Вот с такими жирами, которые входят в состав оливкового масла, подсолнечного масла, сливочного масла. Такие классические жиры. Это сложные и здоровые составные молекулы. Причем одну составную часть мы с вами уже один раз изображали на доске, называли и так далее. Это глицерол. Глицерол. Напоминаю, как устроена молекула глицерола. Коротенькая цепочка из трех углеродов, которые с одной стороны привязаны у вас группа, а на остальных валентностях углерода висят удары. В химии органики любое вещество, имеющее вашу группу, называется спирт. В частности, винный спирт. Слово спирт вы, как правило, ассоциируете именно с этим веществом, винный спирт. Кто знает химическую формулу? С2H5OH. Вот она, ваша группа. На самом деле, вся вот эта линейка спиртов устроена очень просто. Смотрите, коротенькая цепочка из двух углеродов, да? А вот здесь висит водород или не водород? Вот на этой валентности. Вот она структурная формула винного спирта. Глицерол является не совсем классическим спиртом. У него сколько ОХ? Три. Так, хорошо. Вещество очень гидрофильное. Отлично растворяется в воде, смешивается с водой в любых пропорциях. Можно сделать раствор, состоящий из 99% глицерина и 1% воды. А можно наоборот. 1% глицерина, 99% воды. В любом случае раствор будет совершенно однородный. Так, вот это первая составляющая у любого классического жира. Вторая составляющая, о которой меня сегодня уже спрашивали, органические кислоты. Меня спрашивали про яблочную, еще какую кислоту? Лимонную. Отлично. Вот сейчас посмотрим, что такое органические кислоты. Во-первых, есть вещество, называется кислота. Что она, какими химическими свойствами должна обладать? Разъедает органические вещества. Глупости. Если в ней содержит, выделяется йод-водород. Йод-водород выделяет. Потому что органические вещества разъедать будут еще что-то. Запомните раз и навсегда, кислота – это соединение, которое при контакте с водой выделяет ион водород. Точка. Итак, органические кислоты. Откуда в них берется ион водорода? У них у всех есть вот такая группа. Группу эту запомните, запишите ее себе, запомните. Называется такая группа карбоксил. Карбоксил. Или карбоксигруппа. Обратите внимание, когда рисую группу, я рисую не молекулу, а радикал. Вот эта валентность заполнена или свободна? Свободна. Это значит, сюда тут присоединиться может? Может. Отлично. Это карбоксильная группа во всех органических кислотах. Дело в том, что вот этот водород очень легко отделяется. Превращается в ион водорода, вылетает вот сюда. Так, и pH-раствор, в котором попал карбоксил, уплывает в кислотную сторону, в кислотную реакцию. Теперь, самая простая на свете органическая кислота. Это муравьиная кислота. На этой валентности висит просто водород. Вот так. Добавили сюда водород и получили муравьиную кислоту. Теперь, вторая по сложности. Не водород, а CH3 группа. Вот это вещество вам знакомое, есть у вас на кухне. Это уксусная кислота. Пищевой уксус – это просто сильно разбавленная вот эта кислота. Не дай бог, конечно, хлебануть концентрированный
пищевой уксус, как правило, добавляет до 1,5%. 1,5-2% это уж такой крепкий уксус. Хорошо. А вообще-то бывают органические кислоты, у которых вот эта присоединенная часть, а такую присоединенную часть будут называть радикалом. Который радикал, допустим, вот такой. Ну, понятно, что вот здесь что будет висеть на каждом диване. Да, водороды. Можно я их не буду рисовать? Это вроде и так понятно. А на последнем углероде сколько водородов будет? Три. Три. Вот такой длиннющий хвост. Хвост этот похож на молекулу какого вещества? Полиэтилен, да, совершенно верно. Химия. Любая крупная молекула, состоящая из повторяющегося участка, вот давайте такой повторяющийся участок здесь я выделю. Да? Группа CH2 будет повторяться большое количество раз. Вот такая крупная молекула будет называться полимер. Полимер. А каждая составляющая единичка, вот такая, будет называться мономер. При этом высокомолекулярные жирные кислоты, как это ни странно, вот чем мы больше винотов хвостовываем, тем сильнее у них смещается температура отвердевания. Правда, они не замерзают в лед, как от воды делается. С ним происходит иное. Они сначала загустевают, а потом становятся все более плотными, плотными, загустевшими жидкостями. Скажите, пожалуйста, свечки из какого материала делают? Из воска. Из воска. Из воска это очень дорогие материалы. Из парафина. Из парафина. А еще? Из жира. Жировые свечки бывают, согласен с вами. Но самые дешевые – стеариновые. Так вот, стеарин – это чистая жирная кислота, у которых просто очень длинный радикал. Да. Так что высокомолекулярные жирные кислоты с не обязательно жидкости. Хорошо. Теперь, чем будут отличаться животные жиры от растительных жиров? Вот сливочное масло в холодильнике будет жидким или плотным? Плотным. Так? А оливковое масло в холодильнике? Жидким. А это значит, температура отвердевания у растительных и животных жиров одинаковая или нет? Разная. Какие отвердевают при более низких температурах? Растительное. Нет, можно заставить и оливковое масло стать плотным, таким вот, чтобы врез к ножам. То какая температура для этого нужна? Очень низкая. Ну, очень низкая, там где-нибудь за -100. Да? Ради бога. В чем дело? Немножечко по-другому устроены радикалы. Вот как устроены радикалы. Вот давайте мы один кусочек полностью с водородами сделаем. Не поленюсь. Вот так. Обратите внимание. Вот этот участок принял максимально возможное количество водорода. Вот еще один водород сюда можно засунуть? Не, нельзя, все валентности зайдут. А дальше? А вот в этом месте мы соединим два углерода не одинарной связью, а вот так, двойной связью. Если каждый из углеродов потратил не одну, а две валентности на соединение с соседом, так, плюс к этому еще одна валентность ушла на соединение с другим соседом, сколько водородов теперь мы можем присоединить? В этом месте сколько водорода? Только один. До второго валентности не осталось. И в этом месте? Один. Тоже один. А дальше все пошло нормально. Вот такие жирные кислоты будут называться
ненасыщены. Они не до предела насыщены водородом. Вот эта двойная связь характерна как раз для растительных жиров. Ненасыщенные жиры имеют температуру отвердевания существенно более низкую. При привычных нам температурах остаются жидкими. А теперь, что за продукт такой маргарин? Ну, извините, а вот смотрите, а вот эта вот двойная связь, она вот постоянно там лежит? Постоянно. То есть, получается, вот все эти связи постоянно такие двойные, только один всегда. Вот только такие, да, связи? Ну, если вот в этой молекуле связи располагаются именно так. Если я изменю что-то, это уже что-то другое вещество, другая молекула. А как положено, какое масло дороже? Растительное или сливочное? Городские дети, не понимаете, что на самом деле такое стоимость и как слагается стоимость. В десятки раз дороже сливочное масло, чем любое растительное. В конце 19-го, начале 20 века возникла в Штатах такая индейка. А давайте-ка для бедняков сделаем такой продукт, который можно будет намазывать на хлеб, ну, как сливочное масло, да? Но при этом во много раз дешевле сливочного масла. Из чего делают его? Из растительного масла. Растительное масло дешевле. Вопрос. Как из непредельной жирной кислоты сделать предельную? Если сделать эту кислоту предельной, то у нее температура отвердевания резко подскочит, и действительно будет себя вести как сливочное масло. Очень просто. Если мы как-то подберем такую химическую реакцию, чтобы порвать это общее электронное облако, разорвать его пополам. У розового углерода останется неспаренный электрон. Мы эту общую электронную пару порвали. Неспаренный электрон здесь остался? Да. Остался. Если одновременно сюда засунуть некоторое количество атомарного водорода, что произойдет? У этого углерода есть неспаренное облако, а мы засунули сюда атомарный водород. Что произойдет? Ну, появится водород. Еще на свет. Именно так. Он заловит этот водород вот сюда. У этого углерода неспаренное облако осталось? Да. Осталось. Что сделает этот углерод? Сможет на него. Ага, отлично. Ненасыщенный радикал в какой превратился? Насыщенный. Отлично. Вот это и есть маргарин. Маргарин – это продукт, полученный из растительных жиров за счет насыщения непредельных связей водорода. Да нет, определение вовсе не обязательно записывать. Ребят, то, что называется сливочным маслом, то, что вы покупаете в магазине, к настоящему сливочному маслу отношение имеет 125. Ровно так же тот продукт, который вы в пакетах покупаете под названием молоко, к настоящему молоку отношение почти не имеет. Маргарин – продукт, полученный из растительных жиров за счет насыщения непредельной связи, вот этой двойной непредельной связи, водородной. Особенно хороший маргарин домашний. У вас никогда маргарин не горел на сковородке? Горит он примерно как нефть. Да? Вот если расплавить на сковородке, не на электроплите, а на, там, на газу, допустим, да? То нагреваясь до определенной температуры, сковородка вся неожиданно вспыхивает, превращается вот в такой костер. Кстати, в Штатах, когда был наложен выпуск маргарина, обязали всех производителей маргарина
красить этот продукт либо в голубой, либо в розовый цвет. Да, да, да. Для того, чтобы не дурить покупателей, чтобы покупатель не путал настоящее масло с этим синтетическим продуктом. Ну, в нашем современном мире, наоборот, чем, разумеется, там еще ароматизатор добавляют, что пахло, как сливочное масло. Хотя это, конечно, никакой не сливочное масло. Так, немножко про жирные кислоты с вами поговорили. А вот теперь, что же такое жир? А жир это вот что такое. Смотрим, у любой органической кислоты карбоксильная группа есть, а в карбоксильной группе вот этого вот группа есть. Да? И смотрите, какая реакция происходит. Можно вместо радикала я буду просто черту рисовать. Длинную черту. Но потому что он устроен же очень просто, вроде бы разобрались. Смотри, что произойдет. Жирная кислота подходит вот сюда. Так. И вот здесь пошел радикал. Так. Вот это молекула жирной кислоты. А дальше? А дальше происходит вот такая реакция. Кислород отрывается от углерода и подхватывает на оставшееся неспаренное облако вот этот водород. Какая молекула образовалась? Вода. Вода. Молекула воды выделилась. Углерод остался с неспаренным электроном. Да, и кислород там. И кислород. Этот радикал к чему пришьется? Где возникнет новая ковалентная связь? Вот этого кислорода глицерина с вот этим углеродом остатка жирной кислоты. Понятно? Хорошо. В этом месте ровно такой же процесс. Следующая молекула подошла сюда. Выделилась еще одна молекула воды. Вторая жирная кислота встала в эту позицию. Так, в этом месте. Третье повторение того же самого. Смотрим, какую молекулу мы получили. Вот это и будет молекула истинного жира, называют такие жиры еще триглицерола, так что все три позиции заняты жирными кислотами, органическими кислотами. И вот результат. Так, ну и давайте смотреть, что остается от глицерола. Вот эти кислороды остаются? Да. Да. Вот это то, что осталось от глицерола. А теперь, то, что было раньше жирными кислотами, а зелеными представляли, да? Давайте смотреть. Углерод сначала. Углерод. От этого углерода на двойной связи. Да, кислород. Кислород вот так. А дальше? Да, а дальше потом жир. Да. И так далее. Понятно? Хорошо. Здесь ровно то же самое. Здесь ровно то же самое. Сравним две разные структуры. Смотрите, вот эта молекула настоящего жира получилась при взаимодействии глицерола с жирными кислотами. Хорошо. Теперь давайте смотреть. Глицерол гидрофильное или гидрофобное вещество? Гидрофильное. Гидрофильное отлично растворяется в воде. Все чудесно. Хорошо. У жирной кислоты хоть одна гидрофильная группировочка есть? Вот берем еще раз. А, Б. Не сказал одну вещь. Второе название органических кислот – жирные кислоты. Можно говорить органические кислоты, можно говорить карбоновые кислоты, можно говорить жирные кислоты, это все синонимы. Вот уксусная кислота. Уксусная кислота это гидрофильное или гидрофобное вещество? Это уксусная кислота гидрофильное или гидрофобное? Гидрофильного аж группа. Так, вода отлично вот сюда соединяется.
вполне гидрофильная. То есть смотрим, у компонентов реакции есть гидрофильные группировки. Глицерол вообще отлично растворился в воде. Но даже жирных кислот есть обоксид. А у результата реакции хоть одна гидрофильная группировка есть или нет? А куда они делись? Вместе с водой и все. А они вот. Минус на минус. Они были разрушены при образовании света. Минус на минус дает плюс. В результате в молекуле истинного жира ни одной гидрофильной группировки нет. Поэтому они водорастворимые или нет? Нет. Абсолютно вод нерастворимы. Здесь не к чему притягиваться воде. Так, первая особенность всех жиров. Не водорастворимы. Вторая особенность. Жиры – это самое лучшее топливо для нашего тела. Энергофункция жиров важнейшая. Это источник энергии. Вот сейчас у вас уже может хватить вашего багажа знаний для того, чтобы понять, в чем дело. Почему? Сжигая порцию жира, вы получите в два раза больше энергии, чем сжигая ровно такую же порцию сахара или белка. Помните, мы, когда возились с вами с глюкозой, вывели общую форму сахара. Общая формула сахара. Это формула глюкозы. CnH2NO. Именно так. Ну давайте, хорошо, можно, если трудно с общей формулой, давайте глюкозу запишем. А вот это, в общем, формула вот она. В тех сахарах, с которыми мы будем иметь дело, количество одного углерода равно количеству одного кислорода, а водород всегда двое больше. А теперь пробуем сжигать такую молекулу. Значит, для этого сначала давайте, мы эту задачку уже с вами делали, рассчитаем молекулярную массу. Итак, у углерода атомная масса какая? У углерода атомная масса. 12. У водорода атомная масса. 1. Единиц, ноль сколько? 2. 2 штуки. У кислорода атомная масса. Кислород 8. 16. Сумма 32. 30. 30 единиц. Отлично. Теперь давайте смотреть. Больше, чем наполовину. Масса сахара из какого элемента построена? Конечно. Смотрите. 16 из 30 единиц приходится на кислород. И вот теперь такое вещество мы пробуем сжигать. Горение, привычное для вас, это взаимодействие веществ, в данном случае с окислительным кислородом. Без кислорода воздуха у вас костер будет гореть? Газовая горелка, спичка, зажигалка. Закрыли доступ к воздуху, все работает. При этих реакциях, реакция окисления, да, и распределяются электронные облака. Помните, мы с вами говорили, что есть выгодное, а есть невыгодное состояние для электронных облаков. Когда из невыгодного переходит в выгодное, часть энергии выделяется? Да. Да, лишняя энергия выделяется. Вот это и есть теплота химических реакций. На самом деле там, конечно, все сложнее, но на первом уровне можно так себе представить. Теплота химических реакций – это вовсе не превращение вещества в энергию, только в ядерных процессах. Теплота химических реакций – это перераспределение энергии электронных облаков. Всего лишь. Хорошо. А теперь смотрим. Окисляем сахар. Заставляем сахар взаимодействовать с кислородом. Углерод. Можно заставить взаимодействовать с кислородом? Можно. Какой продукт получим? Полное окисление углерода. СО2. Углекислый газ. Всем известно углекислый газ. СО2. При этом процессе выделится тепло. Водород можно заставить взаимодействовать с кислородом?
Можно. Какой всем известный продукт получите? H2O. H2O. При этом выделится не просто тепло, а очень много тепла. Водород – самое выгодное топливо из всех возможных. А возможно ли заставить кислород взаимодействовать с кислородом? Получится О3 – это азот. А неустойчивое соединение, во-первых, во-вторых, сам этот процесс не даст энергии, а потребует энергии. Кислород кислородом окислить нельзя. Так что больше половины веса молекулы используется в качестве топлива или нельзя его использовать? Нет, его выбрасывают. Конечно. А ты смотрим же. Вот такая молекула. Так, здесь, допустим, у нас 15 углеводов в этом хвосте 13, в этом хвосте 16. На каждом углероде по 2 водорода висит. А сколько кислорода всего в молекуле? Во всей огромной молекуле жира. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. А еще есть? Нет. На сотни атомов углерода и водорода всего 6 атомов кислорода. Велика ли массовая доля кислорода в жизни? Здесь, конечно же, от количества цепей. Еще раз я говорю, вот здесь 15 углеродов в хвосте, здесь 13, здесь 16. Понятно, что массовая доля кислорода в жире ничтожно мала. Намного больше углеродов и водорода. А в результате, если окисляют жир, то половина массы, вот эта, которую в сахаре просто нельзя окислить, а в жире она будет окисляться? Почему вот эту массу в сахаре нельзя окислить? Потому что поглощается энергия, просто вся выделенная энергия. Да кислород кислородом не окисляется, нельзя. Нет такого процесса на свете. Так? А вот углерод и водород, из которого жир состоит, отлично окисляются. Дают энергию. Поэтому сжигаю я 1 грамм жира и 1 грамм дров. А дрова это сахар, это целлюлоза, сложный сахар. В каком случае я получу больше тепла? Во сколько раз? Во сколько раз? Ответ на доске. Ну? Конечно, в 2. Почему в 2? Потому что сахар даст... На самом деле я сжигал там 1 килограмм дров, но сколько из них сгорело? Реально сгорело сколько? Полкило. Вторая половина приходилась на массу кислорода, который сжечь нельзя. Понятно? А здесь сжигаю я килограмм жира. Весь сгорел. Кислорода-то мне, считай, нет. CO2 и H2O много выделяется. Да, конечно. Да, конечно. Так что вторая и основная функция жиров в организмах – это источники энергии. Самые выгодные источники энергии. Поэтому все запасные вещества для длительного хранения клетка норовит превратить в жиры. Они меньше места займут. А потом дадут больше энергии при окислении. Следующая, очень важная для нас с вами, функция жиров. Скопление жировой ткани отвратительно проводит тепло. Для нас с вами, теплокровных организмов, очень важная задачка – не переохладиться. Ну, какая температура внутри вашего тела? 39. 39, если вы заболели. 36,6. 36,6 – это не внутри вашего тела, а подмышки. Порядка 37,1, 37,2. Это температура печени, температура селезенки. Понятно, что поверхность кожи слегка холоднее, чем поверхность внутренней кожи. Кстати, а какая нормальная температура у англичанина? Такая? Нет. Меньше. У русского нормальная температура 36,6. А у англичан 36,8. Почему?
меряют температуру по-другому. Вы как меряете температуру? Подмышкой. Подмышкой. А во рту? В рот. А во рту температура выше. В чем дело? Ближе к внутренним органам. Так? Ну а если вы еще куда-нибудь засунете себе термометр поглубже, вы получите еще более высокую температуру. Идея понятна, да? Так что где-то чуть выше 37. Часто ли на улице вокруг вас 37 градусов? Нет. Нет. Значит, как правило, мы с вами находимся в среде температуры, которая ниже температуры тела. Вопрос, а почему же мы тогда не остываем и не умираем от переохлаждения? Ведь тепло должно просто излучиться. Чего-чего? Классно. А объясните мне, пожалуйста, откуда кровь берет тепло, чтобы его излучить? Для того, чтобы что-то дать, надо это иметь. Согласны? Я сказал, кровь питается, и она идет по телу. Хорошо. Кровь питается, это ну, значит, не горючка. Ну, питается, сердце, кровь питается, двигает кровь по телу. А, да. Тепло-то откуда берется? Ну, там, куда двигается, тепло. То есть от трения, да? Да. Так, бедные стенки кровеносных сосудов. Вы себе представляете, какое должно быть трение, чтобы разогреть тело до 37 градусов? Если бы это было трение, в смысле тепло от трения, вы бы прожили, ну, секунд 10-15, в хорошем случае. А дальше внутри вас все превратилось бы в кисель. Просто. А такую штуку, ну, для тех, у кого уже есть физика, должны знать. Но, может быть, и даже более младший народ знает. Никогда не слышали такое ВКТД. Ура! А как рассчитывается коэффициент полезного действия? Отношение полезной работы полное. Есть ли хоть один процесс в нашей Вселенной, у которого был бы 100% показатель? Нет. Всегда часть энергии теряется. Согласны? А во что превращается потерянная энергия? Тепло. Скажите, пожалуйста, какого КПД, допустим, хорошего карбюраторного двигателя? Ну, где-нибудь там, сколько? Ну, 20. Ну, 25-27 процентов. В результате 3/4 превращается в тепло. Для дел используется только четверть. Догадайтесь, какой КПД у нас может? 76. Нет, до 2 хватанов. 8%. Порядка 40%. Двигатели с таким КПД люди строить не умеют. Это очень сложно. Но 60% во что превращается? Тепло. Вот она, основная печка любого живого организма. Это потерянная энергия. Та энергия, которая пошла не напрямую задачу, а не была использована в фонус значения, эта энергия порождает разогрев, то есть разгон молекул. Так что источник тепла, конечно, не трение. А это потерянная энергия всех процессов вашего организма. Хорошо. Нагрелись. Тепло должно тут же сбежать, излучиться просто через кожу. Почему этого не происходит? Дело в том, что внутренний слой кожи, не тот слой, который торчит наружу, а который развернут в тело, включает огромное количество клеток, заполненных жирами. Жировая подкожная клетчатка. Зачем это надо? Чтобы тепло не выходило. Именно так, это термоизолятор. Прослойка жира не пропускает тепло. Так что реальная температурная граница нашего тела идет не по поверхности кожи, а по внутреннему слою в жировой клетчатке. Именно этот слой сохраняет внутреннее тепло. Кстати, на разных участках вашего тела толщина жировой подкожной клетчатки совершенно разная. Как можно, не разрезая кожу, померить ее толщину? Ничего сложного. Самый тонкий слой подкожно-жировой клетчатки у нас вот здесь, на тыльной стороне руки. Если вы захватили вот так вот пальцами складочку кожи, сколько слоев кожи у вас между пальцами? Два. Два.
можете вы прикинуть толщину удвоенного слоя? Ну да. 2 сантиметра. 2 сантиметра? На тыльной стороне руки вас обманули, это не 2 сантиметра. Скажи, пожалуйста, ширина... 2,5 миллиметра. 5 миллиметров. Ну скажи, пожалуйста, вот толщина этой складки больше или меньше, чем на тыльной? 2,5 миллиметра. Ну, то есть пару миллиметров, короче, да? Отлично. А теперь попробуйте такую же складочку у себя набрать на животе. Вот так захватить складочку кожи на животе. Ага. На попе. Или на руке. Получится у вас так же или нет? Нет. Не, не получится. В чем дело? А дело в том, что здесь подкожная жировая клетчатка очень тонкая. Так? А по абдомену, по толстому, в районе ягодиц, в районе бедер, прослойки жировой клетчатки очень большие. Это совершенно необходимо для нормальной жизни нашего тела. Просто совсем необходимо. Поэтому попытка избавиться от этих прослоек, да, сейчас, к сожалению, есть такие способы. Можно наглотаться всякой дряни, либо вести образ жизни, с которым категорически ваше тело не согласно, но он приведет к исчезновению этих прослоек. Называется анорексия. Тяжелейшее расстройство обмена веществ на всю жизнь. И затем патология сердечно-сосудистой нервной системы обеспечена. Так? Так что борьба с так называемым лишним весом – одно из самых идиотских занятий, которым можно себе представить. Еще одна задачка жировой ткани, очень для нас важная. Пример будет такой немножечко садистской окрасочкой, но тем не менее, для того, чтобы вы лучше себе представили, берем 2 человека, одного худощавого, второго такого, ну как Карлсон, да, в расцвете сил, то есть убитого. В меру убитого. Да, в меру убитого. Раздеваем до пояса и с одинаковой силой бьем доской по ребрам. Что будет с худощавым человеком, что будет с убитым? Убитым или человек-то будет... Ребята, у худощавого человека перелом ребер, а у обидного синяк. Какое повреждение тяжелее и на самом деле страшнее? Мне кажется, что у себе это работает. Перелом ребер, у вас осколки ребер куда направлены? В сторону легкого. Так, при малейшем движении такой осколок может просто поранить, нарушить поверхность легкого, разорвать клетку. И поранит легочную ткань, а вот это уже угроза для жизни. Так что, понятно, что синяк – дело тоже неприятное и достаточно больно, да? Но реальная опасность для жизни ликвидирована или нет? Ликвидирована. А почему так получилось? Такое слово «амортизатор». Слушай, когда это жировые прослойки – это отличные амортизаторы. Смягчают толчки. Поэтому жировые подушки у нас совершенно в неожиданных местах на теле. Допустим, вот здесь основание ладони. Крупные жировые капсулы, заключенные в плотную соединительную ткань. Такие подушки соединительной ткани. Зачем нужны? А здесь сустав очень сложной формы. Здесь контактируют между собой поверхности 9 костей. Вот на этом небольшом участке. А теперь представьте себе, что вы взяли какой-то предмет, ну так, силу, что-то поднять попробовать, да? И выступ этого предмета у вас надавил на основание ладони. Что должно произойти? Разойдутся кости. Привет, вывих у запястья. Все, рука вышла из строя, причем очень надолго. Что надо сделать с этим давлением? Распределить его равномерно на большой участок. Сделать это может только жировая ткань. Второй очень крупный жировик. Никогда не догадаетесь, где. На пятке. С пяткой ровно такая же история. Вы понимаете, что на самом деле у ладони стопа устроена симметрично. Принцип строения совершенно одинаковый, что у ладони, что у стопы. И вот здесь в основании обязательно амортизирующие жировики. Так?
Вещь очень важная. Ну и часть жиров используется в качестве сигнальных молекул. Почему именно жиры, вот об этом вы узнаете чуть позже. В качестве сигнальных молекул совершенно особая группа жиров. Белое вещество. Белое вещество чего? Ну, чуть позже про белое вещество. Жироподобная ткань миелин, так называемая, значит, которая придает белую окраску проводящим путям. Чуть позже поймите, что это такое. На самом деле здесь никакой хитрости большой нет.